Суфия Галиудинова живет в этом доме уже более 50 лет. Здесь, в Каргалях, у нее выросли дети, появились внуки. За долгие годы дом заметно обветшал, но благодаря программе по капитальному ремонту многоквартирных домов его сейчас не узнать. Работники все хорошо работали, они допоздна, с утра допоздна работали, все слушались. В этом году в Каргалях получили второе дыхание сразу 4 дома. Отопительный сезон жильцы встретили уверенно и смело, ведь коммуникации теперь исправно работают. Сейчас задача – сохранить уют и чистоту в подъездах, беречь новые окна, почтовые ящики и все, что было сделано в рамках программы. Приезжали, когда дети долго не были, ой, мы говорим, это вроде как бомжатский дом, как это, а сейчас… Нормально. В городе жильцы дома, что на Ленина 95А, тоже давно ждали капитального ремонта. Он был проведен с учетом их мнения. Ведь кому как не им было знать, в чем нуждается дом. Замена электрической части, то есть коммуникаций, и это замена крыши. Да, то есть крыша уже устаревшая была. С начала работы программы в Чистопольском муниципальном районе уже капитально отремонтированы 248 домов почти на 1,5 миллиарда рублей. Это средства собственников, бюджета муниципального района и республики, фонда реформирования ЖКХ. Заменены все коммуникации согласно программе, инженерные, электрические, кровли, обшивка фасад, утепление, ремонт подъездов и... Все почти дома обновились в свой, как говорится, облик. Программа капитального ремонта многоквартирных домов продолжается. Объемы на будущий год уже определены. Наталья Епаева, Сергей Легасов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».